das coisas, viu? Каюма бросок, гол. Гол только от них не хватало. Но почти всю борьбу и отличный контроль шайбы. Что на чужой половине, что на своей. И вот здесь ведь Словат пошел туда трамбовать, прессовать. И не успели за Каюмовым. Кстати, Каюмову нужно было еще шайбу подтянуть к себе. Давайте посмотрим, как это получилось. Вот это выход. Ух ты. Пробили и Широченкова. Фантастическая передача Рафика. Он вчера читал. Вы там про подкидку говорили, да? Нет, это же невероятно вообще. Это такая... Обычно вот эти передачи, они... Как сказать? Человек обычно вне игры залезает после таких передач. Но здесь... Нет, если Рафиков это все рассчитал, то вообще с ними пришли...